Чаще всего основными охотниками являются вожак стаи и приближенные крупные самцы. Охотиться больше всего они любят на красных колобусов. Они бесшумно идут по земле, пытаясь определить местоположение добычи. Иногда даже они замирают, слушая звуки в верхушках деревьев. И вот когда цель обнаружена, охота начинается. Обезьяны бесшумно поднимаются вверх по деревьям, окружая стайку колобус, а затем начинается погоня. Колобусы быстрее и проворнее шимпанзе, но против организованной группы они бессильны. Наступает время трапезы, и первыми едят именно те, кто добыл еду. Это еще сильнее укрепляет отношения верхушки, ведь если у вожака не будет единомышленников, его легко скинут с трона. А уж со своими врагами они разбираются вообще без всяких колебаний.